Приветствую вас, грибники! На дворе 1 апреля 2023 года. Мы выехали в лес, недалеко от города Иваново, посмотреть обстановку, растаял ли снег, растут ли грибочки. И смотрите, зайдя в лес, мы нашли вот такое чудо. Лежит снег. И вот здесь вот видно упавшая, наверное, сосна или березка. Вот такой вот строчок гигантский. Это первые грибы 2023 года. Вы, в свою очередь, присаживайтесь поудобнее. Обязательно лайк, подписка. Пишем любой комментарий. И пройдемте вместе с нами, прогуляемся по лесу, посмотрим, будут ли грибы у нас или нет. В глубине леса еще снег лежит. Так, смотрите, зашли чуть поглубже в лес. И вот справа, где-то на молодой рябинке, дрожжалка оранжевая. Гриб съедобный. Можно использовать как для украшений в салатах. Можно есть прямо сырым. Вот такой замечательный грибок. Видите, как дрожит. Недаром называется дрожжалка оранжевая. Вот Сережа невнимательный грибник. Пробежал, вон растоптал. Еще один строчочек, друзья. Строчочек. Куда несся? Нес туда. А, туда, да. Подальше. Да, вон, видишь, прямо на тропе. А нож у кого? Нож у меня. А ты его выкинул. Не, давай, Сережа, не хочу. Марат. Держи. Чудеса, 1 апреля, еще снег в лесу, сугробы. На проталинках, где снег сошел, уже вот первые весенние грибочки. В том году мы собирали их 14 апреля, вот, грубо говоря, на 2 недели раньше. Так, друзья, смотрите, мне снова крупно повезло, буквально отошли 10 метров, и опять у меня тебе под ногами, да, вот какой красивый грибок. Третий грибочек, друзья. Да уж, неожиданно. Сезону 2023. Неожиданно, совсем неожиданно. Ой, какой, смотри. Просто красавец. Душа радуется, да? Все. Да. Ну что, сезон будем считать открытым. Да, перезимовали, хватит сидеть дома у батареи. Ой, товарищи, друзья, нет слов, чтобы выразить свою радость. Смотрите, смотрите. Сколько тут штук. Целая семейка. Только они растут, смотрите. Не, ну смотри, какие уже. Это достаточно. Уже... Ух ты. Крупные экземплярчики. Да, вот еще, смотрите-ка. Красота, да? Да, давай вот этого возьмем. А говорят, что 1 апреля, никому не верят, да? Да? А да. Мы на самом деле своим глазам не верим, что это а с нами происходит. А мы не собираем, друзья. Так. Первенький. Красавец. Ну что, сегодня со сметаночкой. Да, да. Давай, следующий. Тут сразу, наверное, 2. 3, наверное, я так предполагаю, или 4. Ого, какие там норы у них. Так. Сколько думаешь? Вот смотри, 2, да? Да. Для одного плодового. Ну это надо сейчас будет это, прям по максимуму срезать. Конечно, чтобы грязь не было. Давай, срезай. Пока ставим здесь их. Так, это надо запрятать. Друзья, эти грибы срезайте прям по максимуму, не бойтесь. Да, до чистого тела, потому что песок его ни к чему нести дом. Грязь. У вас будет вот изумительные грибочки вкусненькие. Потому что сквозь него прям вот почва прорастает. Вернее, он сквозь почву. Ну вот, да, два. Два видишь? Тут, да. Этим оставим. Пусть подрастают. Да, пускай растут. Сейчас пойдем еще покажем, где еще будет тут один у нас. Так, показываю, где тут были. А, вот, смотрите. Вот этот, да. Ага. Этот мы тоже оставим, пускай растет. Там еще посреди этих. Да, вот здесь видно, кто-то его, смотри, видно, кто-то ходил,
Эти, смотри, тоже, друзья, оставим мы. Сшибали. Видишь, сколько гриба? Раз, два, три, четыре. Вот там еще. Вот маленький тоже растут. И еще один у нас вот здесь вот. Давай. Вот этот вот, да. Смотри, да? Угу. Десяток, грубо говоря, грибов. С молоденькой картошечкой, да? Да. На сковородочек. Со сметанкой. Ну все. Че, идем дальше? Смотрите, очередной грибочек повстречался нам на пути, но он еще очень маленький, мы не будем его брать, пусть подрастает. Придем через пару, может быть, тройку дней. Соберем. Да, если кто-нибудь раньше нас, конечно, не придет. Но тут дело такое, фортуна. Буквально отошли метров 15-20 и опять грибная находка, смотрите. Брать не будем их. Где они? Вот они, смотрите. Раз маленький, два, три. Наступи. Четыре, пять. Поворачивайся сюда. Вон за тобой. Шестой? Подожди, смотри, шестой, да. Седьмой, восьмой, девятый. И вот еще. И вот двойной, да? Да. Вот эти два ты можешь взять. А вот там дальше, смотри. Ой, вообще глаза раздвигаются. Смотрите, это какой же, наверное? Все, сбились. Десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Вот подрастут, сразу корзину можно. Корзину, да. Вот эти возьмем. Вот эти два возьмем. Давай сразу почищу. Давай. В общем, надо это... Все. Точку, надо, да, надо, локацию. Надо теперь точку поставить. Может быть, через пару дней мы сюда приедем опять на машине. Вот еще один. Да, прям в воде. Да куда? Вымокают они. Еще вот и тепла-то толком не было, да? Ну да, вчера плюс один был. Хотя сегодня у тебя плюс 4 градуса. Все равно разве это много? Они растут. Аномалия, да? Аномалия. Аномалия. Нам на радость. Он какой. Так, ну и выходя к машине, мы опять нашли грибочки, смотрите. Брать мы их не будем. Маленькие малыши. Вот раз грибочек. Два грибочек. Три. И четыре. Пускай растут. И вот здесь еще, смотрите. Вот он. Грибочек пятый. Так что грибной сезон мы открыли. Считаю, отлично. Грибы 1 апреля 2023 года. Острачок гигантский уже начал расти. Так что вы подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе грибных новостей из леса. Всем до новых встреч и полных корзин!